Педерсон дальше сам идет с мячом. Удар, вот хороший удар, добивание. Есть гол, 1-1. И тут же Вандерсон идет на единственного защитника, убирает мяч, в дальний угол бьет. Хороший пас. Вот сейчас Вандерсон. Удар по воротам, но не в дальний угол, а прямо в вратаря. Там удар по воротам и красивый прыжок. Передача на Вандерсона, вышедший на замену. Свежий, техничный. Они могут многое дать этой игре. Вандерсон, подача, но вот здесь какой момент! Передача в штрафную площадь, там Вандерсон тащит мяч к воротам. Дальше только угловой удар, а нет, и вовсе от ворот. Вандерсон, ну и как бросается Тарасов. И еще один подкат Игнатьева. Вандерсон удерживается на ногах долго, много. Из-под трех подкатов уходит Вандерсон, уже, конечно, он устал подпрыгивать. Вандерсон, удивительный гол седьмого номера краснодарской команды, фантастика! Здорово. И опять Вандерсон имеет шанс. Фантастика. Сегодня, конечно, этому человеку удается все. Никакой жалости сопернику. Вот так надо было играть за Узиню стенку, как сейчас сыграл Федор Смолов. 4-1. 4-1. Краснодар громит СКА. Впервые в сезоне СКА пропускает так много.